Говорят, что основатель Нобелевской премии по физике, химии, медицине, литературе и борьбе за мир пропустил в этом списке математику, потому что женщина, которой Нобель увлекался в свободное от работы время, в свободное от Нобеля время, увлекалась математиком. Миленький мой, любименький мой Магнус, спасибо тебе за твое письмо. Магнус, Магнус, если бы ты только знал, как я мечтаю вновь оказаться в твоих объятиях. 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 И только две вещи мешают нашей любви. Твоя математика и мой Альфред. Так вот оно что. Ты изменяешь мне с этим математиком Магнусом? Отдай все эти письма! Нет! Нет, Альфред! Ты не должен это читать! Нет, пожалуйста! Ладно. Ладно, я отомщу. Я страшно отомщу! Я никогда моя премия не будет вручена математику! Никогда! Значит, математику не будет. Любименький мой Густав, сегодня черный для математики день. Но, к счастью, твою физику мне самоотверженно удалось отстоять. А также химию, медицину, литературу и борьбу за мир.